вот и спросите, например, слушай, Юр, а если вдруг у тебя дров здесь не будет? Ну, в лесу больше не будет дров. Ну, не будет. Или, например, примут закон, что за каждую дровину голову с плеч. И автоматчики вокруг будут стоять, смотреть, чтобы я ни в коем случае не принес из леса палочку. Ты здесь будешь? Я скажу, не знаю. То есть есть вероятность, что буду, а есть вероятность, что нет. Вы меня, например, спросите, а от чего зависит вероятность того, что ты, например, будешь? Я скажу, например, если кто-то приедет и скажет, слушай, Юрец, на тебе дров. Приехали на берег реки, по Ярославке прогуляться, дышать со свежим воздухом, и обнаружили тут такую свалку дров, мусор. Кто-то намусорил. И в итоге мы подумали, что нужно эти дрова будет отвезти сейчас Юре землянку хоббиту, отшельнику, заодно слегка прибраться здесь. А ему будет, я думаю, полезно немножко дров поиметь. О, как заходит хорошо.